Их рабочий день начинается, когда город спит. Уже в 5 утра водители автобусов и маршрута готовятся к выходу на линию. В первую очередь ежедневный допуск к работе медицинскими работниками. Специалисты проверяют давление и каждого обследуют на алкотестере. Другая немаловажная вещь – техническое состояние транспорта. Перед выходом автобусов на линию проверяется техническое состояние, исправность света фар, наличие информации, соответствие внешнего вида машины требованиям ГОСТа. Сколько в день автобусов? Выпускается в среднем 20-30 автобусов. Если не работают фары, в салоне грязная и отсутствует информация для пассажиров, а водитель без медосмотра, такой автобус не должен выходить на маршрут. Не должен, но почему-то выходит. Примеры каждый день на дорогах Анапы. Глава курорта потребовал от ответственного управления взять этот вопрос на жесточайший контроль. Результат не заставил себя ждать. По поручению главы за 2 дня были выявлены 18 нарушителей, которые были сняты с рейса. И сейчас ужесточен контроль за выпуском автобусов с парка. Ежедневно отдел по транспорту и связи ведет мониторинг работы общественного транспорта и составляет протоколы на нарушителей. Выявленные нарушения послужат основанием для расторжения договора. Мера крайняя, но необходимая. Не хочет предприниматель работать по законам курортного города, значит, не будет. Ответ на вопрос о суде кто, очевиден. Сами пассажиры. Анапчане высказывают немало претензий к работе общественного транспорта. Главные – антисанитарное состояние и несоблюдение графика. Вера Поленица каждое утро ждет на остановке маршрутку №2. И почти каждый раз, не дождавшись, уезжает на другом автобусе. Я работаю с 8 часов, живу на Лермонтова. Очень плохо утром ходит двойка. Приходится садиться на какой-нибудь другой автобус, ехать до Астраханской, с Астраханской до Дилуча идти пешком. Глава Анапы потребовал исправить положение дел в сфере пассажирских перевозок. По информации отдела по транспорту и связи, с предпринимателями проведено совещание. До 25 апреля они обязуются привести все автобусы в надлежащий внешний вид, очистить от рекламы, помыть и привести в порядок салоны.